Для большинства этих детей хакасский язык не является родным, но это не мешает каждый день с удовольствием учить новые слова, стихотворения, но охотнее всего дошкольники изучают национальные игры. Так в игровой форме дети постигают основы хакасского языка. На классическое занятие это мало походит. Никакой зубрежки. Национальный язык органически вписывается в повседневную жизнь ребенка. А какие хакасские слова ты знаешь вот хорошо? Изенер, амикджоктор, хзыл, откёк. А ты умеешь по-хакасски считать? Немного умею. Можешь показать? До скольки? Пыр, икы, ус. Как утром пришли, через порог только дети к нам в сад из НР, и начиная вот до вечера, вот до аным жохтар, как бы, до свидания. И в течение дня вот мы с ними вот... А если только брать строго на занятия что-то конкретно, там вот и 30 минут, ну, этого недостаточно. Поэтому мы стараемся в течение дня вот это вот закреплять и как бы с детьми повторять. Воспитатели не ставят перед собой цель научить детей свободно владеть языком. Главное – познакомить с хакасской культурой в доступной для дошколят форме. Показать, что национальные праздники, обычаи, игры хранятся не только в учебниках по этнографии. Традиции живы, и они прекрасно вписываются в современную жизнь. В изучении языка важную роль играет помощь родителей. И здесь у воспитателей с папами и мамами полное взаимопонимание. Родители вот, да, вместе с детьми где-то что-то там, стихи какие-то задаем или песни учим, они с удовольствием вместе забирают бумажки, мы распечатываем, отдаем детям, и они вместе дома учат со своими детьми, как-то даже интересно, сами спрашивают, подходят, говорят, а вот это слово как правильно произнести, где правильное ударение поставить. Сегодня в Абакане 42 детских садов хакасский язык изучают в 20, и это число ежегодно растет. В частности, за последние 5 лет количество дошкольных учреждений, где преподают национальную культуру, увеличилось в 2 раза. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.